20 служебных квартир выделят приезжим учителям в Шымкенте. Такое решение принял аким Габидулла Абдрахимов в связи с нехваткой в городе преподавателей с русским языком обучения. Запросы на квалифицированные кадры для начальных классов уже направлены в северные регионы страны. Отмечу, квартиры готовы к новоселью, в планах строительства нового общежития. Всего в Шымкенте не хватает 270 учителей, 120 вакансий для преподавателей начальных классов. Планируем выделить 20 квартир учителям. Конечно, в первую очередь будем обеспечивать жильем молодых педагогов начальных классов с русским языком обучения. Приезжающим из других регионов мы готовы предоставить дополнительные часы, чтобы они зарабатывали больше.